Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, Соедини драконов. Итак, я снова нахожусь на карте мира. Версия у меня сейчас игры 11.0.1. Как вы видите, дракониум у нас снова расширилась недавно. Вот появились такие вот яркие фиолетовые острова. Хочется очень сильно до них дойти. Поэтому продолжаю свой путь. В данный момент тучка закрывает уровень следующий, который передо мной. Холмы Зомблина 8. Три кубка нужно, чтобы его пройти. Давайте попробуем. Опять будем сражаться мы с зомблинами. Такие уж уровни. Знакомимся с заданием. Для победы нужно создать могилу Корвина. Две штуки. Так, звезды, соберите сырье с бугра Элвинда два раза, создайте яростную сферу жизни и исцелите всю землю. Ну что, в первую очередь я вижу, что вот у меня есть гнездо с яйцами, вот и давайте дракончиков вызовем. Итак, кустик у меня только единственный есть. Могу заработать вот росточки цветка жизни и получить цветочек жизни. Так, давайте-ка. О, смотрите, сферки летают. Вот это прелестно. Это очень интересно, что сферки можно еще и половить, а не только с цветочка их добывать. Вот, какие классные. Мне надо было такую зеленую сделать, да, в задании. А, говорит, места нету. Сейчас будет место. Сделаем сферу, которая нужна по заданию. Так. Говорит, некуда складывать. Ну как же некуда? Давайте вот эту отпустим. Вот так. И говорит, некуда. Сейчас. Нет, точно некуда. А если вот так? Больше не хочет. Ладно, запущу одну сферку. Будет тогда куда складывать сейчас. Вот, зомблина выпустила. Сейчас еще выпущу. Так. Вот тут есть 50. Говорит, надо, чтобы эту клетку открыть. Я хочу вот этого именно зомблина. Так, стоп. Нет, сначала выпустим зомблина, а потом будем, давайте, эту пещеру добивать. О, буду ловить пока сферочки. Вот так вот. Вот такую сделаю. Сражаемся. Где тут мой дракошечка? Почему не сражаемся? Так. О, какую сферку поймала классную. Так, у меня еще стали доступны зомблины. А где у меня такие? Вот тут вот, да. Давайте-ка еще одного запустим. Так, у меня уже две такие сферы. Сейчас я сделаю то, что нужно для получения звезды. Вот она. Есть же. Так, первая звездочка есть. Потихонечку мы начинаем что делать? Так, один зомблин, второй, вот третий. Тут камень. Давайте-ка выпущу еще. Есть. Вот эту пещеру. Теперь эту пещеру добудем. Ой. Давайте-ка я буду теперь вот запускать. Так, есть. Какой интересный уровень, потрясающий. А что же он говорит? Тут надо слишком много, да? Неплохо было бы их соединять. Так. Вот эту пещерку тоже разобрали. Так. Здесь даже добывать ничего не надо. Так, вот одну соединила.
Так, с бугра мне нужно было еще достать два раза. С бугорка. Так, наконец-таки вот, дошла. Сейчас следующую открою пещеру. Вот. Мне хочется соединить. Как вы понимаете, могилки. Ай-яй-яй, уже соединились. Так, тут еще смотрю кое-что. Так, еще раз с бугарка еще раз достать. Угу. Вторая звезда готова. И третья осталась мне. Исцелите всю землю. А вот чтобы всю землю исцелить, мне нужно вот сюда пробираться. Так, вот этого зомблина достанем. Есть. Вот еще одна пещера. Так, а что нам тут? Могилу Корвина только не сделать бы вторую. Если я сделаю вторую могилу Корвина, то все, уровень закончится. Вы понимаете. А у меня еще звезда не сделана. Мне еще надо все земли исцелить. Так, цветочек. О, яйцо еще одно. Так, говорит, опять мало места. Сейчас. Так, только могилки не соединяем. Иначе все. Уровень у нас закончится тогда. О, еще два друга. Так, давайте-ка здесь сделаем еще сферочку. Так, так, так. Вот. Еще один цветочек. Хочу сделать, чтобы открыть вот ту следующую еще территорию. Посоединяем сейчас. Вот так. Так, что у нас здесь? По 50. Вот, еще зомблин. Что-то мне понравилось с зомблинами сражаться. Так, есть. Вот еще одна нужна. Такая травушка еще одна нужна. Так, это заморозили клеточку, как я понимаю. Так, ну что, добудется у нас тут еще одна травушка или нет? Сейчас открою эту клеточку. Во. Так, ну, травушку сделайте мне, пожалуйста. Все делает не то, что нужно. Цветочек. Вот, наконец-таки, видите, травушка. Раз, два росточек. И вот смогла дальше сюда пробраться. Все, теперь мне нужна сферка побольше. Сейчас сделаем. Так, она не хочет соединяться. Так, ну давайте следующую. Смотрите, как 50 и 60. Что-то тут застряло конкретно. Зомблины у меня есть, все есть. Так, это мне нужно. Вот, вот этого сейчас джинж. Есть. Давайте сражайтесь, а я пока буду собирать. Вот, сферы.
Хочу последнюю звезду получить. Так. Что-то тут одно поле испортилось. О! Yes. Осталось только сундучок один открыть. Мне. Как вы видите, могилок у меня тут достаточно, чтобы закончить этот уровень уже давным-давно. Вот, наконец-таки слилась вся земля. Есть, получила третью звезду. Я думала, а вдруг она будет фиолетовая, понимаете? Вот. Теперь можно соединять могилки еще. Вот, можно получить сколько угодно этих могил. Тут зомблинов было предостаточно. Интересный уровень, только посражаться. Для тех, кто любит поиграться, посражаться. Итак, сундук трехчасовой бронзовый. Топиар в виде медведя можно опять же купить за 99 самоцветов. Монетку дали, колючие заросли, цветочек, кому нужно. Могилку можно здесь достать за 5 самоцветов, кому нужно в лагерь. И, в принципе, все. Так. Следующий у меня будет холмы зомблина 9. 3 кубка нужно тоже, чтобы в него сыграть. Ну, в следующем видео его возьмем в следующий раз. А пока всем спасибо за просмотр. До следующей встречи. До свидания.